Приготовила куриную колбаску. Здесь у меня 600 грамм, где-то, может, чуть больше куриных бедрышек. Косточку мы отделяем, а мясо нарезаем мелко. Затем добавляем сюда так, вместе со шкурой. Шкуру мы пропускаем через мелкую решетку. Вот. Потом добавляем сюда 4 зубчика чеснока, 3-4 зубчика чеснока, 150 грамм воды, соль, перец, итальянские травы, итальянские травы ложечку, потом что еще? У Вася орёт. И горчица сухая в зернах 2 ложки. Но я сюда добавила обычной французской горчицы. У меня не было. Вот. Ну, это все наполняем кишки при помощи мясорубки. И духовку разогреваем на 180 градусов. Помещаем эту колбасу в духовку. Заливаем еще где-то стаканом воды, чтобы она в воде была. И на час при 180 градусов. Потом она и проткнули. Еще зубочисткой или иголкой. Вот. И затем через час мы переворачиваем на другую сторону еще 25 минут. И тоже еще с другой стороны проткнули. И вот такая получается. Вот я уже тут разрезала. Ну ничего, так вкусненькая. Колбаска получается куриная. Натурпродукт. Ну а что тут? Все натуральное. Все.